Друзья, я хочу поздравить от лица, так сказать, чемпионки мира «Открой рот» и чемпионки, не боюсь этого слова, локдауна. Господи, только бы не зазнаться от всех этих регалий и титулов. С 10-летним юбилеем такое удивительное мероприятие, как «Открой рот». После школы у меня осталась стопка грамот, и все они были про одно – за участие в конкурсе чтецов. Вот кто бы мог подумать, что этот странный навык пригодится мне в жизни еще и вот в таком формате. И более того, что за него дают вот такие вот роскошные Оскары. Да, вот этот со мной сейчас в моем доме. И плюс, что я встречу такое количество интереснейших, увлеченных людей, которые не просто любят читать книги, они еще и любят читать их вслух, а не только про себя. Вот что самое удивительное. И с некоторыми я даже подружусь, ну, смею надеяться. И, кстати, на Красной площади в прошлом году именно по этому поводу, попав под обаяние этих прекрасных людей, я оказалась в ситуации, что мне пришлось штурмовать эту крепость дважды. Но в этом году все сложилось. И, конечно, поздравление было бы неполным, если бы я не произнесла имя Михаила Фаустова. Мне кажется, половина успеха чемпионата «Открой рот» это обаяние человеческое и профессионализм Михаила. Вообще, мне казалось, что я его чем-то раздражаю. Почему? Не знаю, у меня есть такая странная привычка что-то себе там придумать и жить с этим. Но в этом году, 6 июня, на финале Москвы, он произнес слова, после которых мне показалось, что, в общем, я так думала напрасно. Один из членов жюри высказал мнение, что качественно и хорошо прочитать прозу может только интеллектуал. А стихи, ну, в общем, кто ни попадя читает, и понятно было, камень в чей огород. И я даже успела немножко обидеться, а Михаил произнес примерно следующее, что хорошо прочитать хорошее стихотворение, имея навык выразительного чтения, совсем не сложно. А вот прочитать стихотворение, ну, сомнительной художественной шедевральности и получить за это пальму первенства, вот это дорогого стоит. Вы знаете, у меня было ощущение, что я выпила рюмку коньяка, и у меня в районе солнечного сплетения как будто распустилось солнышко. Я была в этот момент признательна Михаилу за эти слова и поняла, что вообще все было не зря. Друзья, я поздравляю и «Открой рот», и всех нас с этим прекрасным юбилеем, с этой красивой датой 10 лет. И желаю «Открой роту» и Михаилу, чтобы это никогда не было скучно, чтобы всегда были новые сюжеты, новые повороты, новые книги. Ну и многие лета!